Всем привет! С вами Елена Тренева. Сейчас вам покажу обзор заказа по третьему каталогу, потому что это новиночки. VIP-консультанты могут заказывать до старта продаж, даже за 2 недели. Но я в связи с поездкой чуть запоздала с своим заказом. Вот уже открыла новую пасту Нуки с ароматом сочного манго. И оно действительно насыщенный такой аромат, вкусненький. Так, комплексная защита со вкусом. Масло манго богато микроэлементами и содержит уникальное соединение магнитоферин, которое благотворно влияет на микрофлору полости рта, предохраняет зубы от кариеса, способствует активному заживлению и укреплению десен. Вот такая паста у нас появилась. Она, кстати, без парабенов, без силиконов, 97% натуральных компонентов, поэтому она подходит для всей семьи. У меня дети тоже любят чистить пастами Нуки. Там очень много всяких разных вкусов, грейпфруты, клюква и так далее. Вот, еще получила 3 новиночки, 3 таких набора. Это гель, ой, не гель, точнее, а шампунь-бальзам Лотос. Они подходят для всех типов волос. Насыщенный аромат лотоса, такой нежный. Вот, 2 в 1. Дальше с ароматом, с маслом иланг-иланга. Тоже насыщенный такой. Вот я люблю очень эфирное масло иланг-иланга. Вот прямо раскрывается этот аромат здесь. Кстати, напомню, что это лимитированная коллекция, выпущена специально к 8 марта, поэтому если хотите порадовать себя и своих любимых к 8 марта, то успевайте заказать. Объем, кстати, у них 250 миллилитров. Сейчас на них цена хорошая. Это аромат орхидеи, тоже очень люблю, насыщенный такой аромат орхидеи. И к ним в комплекту идут крем для рук. Он идет питательный, именно орхидея. Если взять лотос крем, он идет увлажняющий. Поэтому смотря что вам нужно. Так, здесь у нас с иланг-илангом омолаживающий крем для рук. Так, дальше, ну конечно же, это зубная нить мы пользуемся. Вот такие зубные пасты сейчас тоже по очень хорошей цене, по акции. Так, это у меня заказали тональный крем, тоже 299 рублей. Увлажняющее тональное средство для лица. Много оттенков. Так, новиночка парфюм пришла еще. Это у нас тоже заказали. Здесь у нас гель после бритья, шампунь, гель для душа. Кстати, на подарки имейте в виду, обалденные ароматы у них. Здесь есть и шампуни от перхоти. Здесь шампунь и гель для душа 2 в 1. Так, объем 380 миллилитров. Такие крутые. Мужчины любят эти, когда все в одном. Здесь тоже шампунь, гель 2 в 1. Другой уже аромат. Тоже 380 миллилитров. Вот такие объемные. И, конечно же, новиночка Шанти. Ну что, открываем вот этот аромат. Очень хотелось его послушать. Какая красивая упаковочка. Смотрите, какая красота. Прелесть. Вкусный. Он реально успокаивающий. Вот про него описание сейчас я вам прочитаю. У нас третий каталог. Вот как раз на обложке третьего каталога изображен вот этот аромат, так, который дарит гармонию, спокойствие, умиротворяет, расслабляет и дарит ощущение спа, релакса. Цветочно-пряный аромат. Объем 50 миллилитров, переплетение бергамота, перца терричелли, так, ночной жасмин, мускатный орех и дзен-комплекс, туланский бальзам и амбра дарят безмятежность. Вот такой аромат обалденный. Сегодня буду слушать его весь день. Очень интересно, а какая у него стойкость будет. Приятно. Правда. Масочка тканевая для лица с маслом конопли. Линейку эту я уже попробовала, она мне очень понравилась. И вот решила попробовать маску сегодня. Испытаем. За счет формулы с маслом семян конопли она смягчает, тонизирует, глубоко увлажняет кожу, замедляет естественные процессы старения, возвращая коже гладкость, упругость и эластичность. Питает и насыщает полезными микроэлементами. Мягко ухаживает за кожей.
получила новинку третьего каталога. Вот такой бюстгальтер с формовой чашечкой. Изготовлена по технологии так же, как лекала шьют спейсеры. Вот такие спейсеры. Они мне нравятся тем, что они подходят как на широкую, так и на узкую грудь. Поэтому я очень надеюсь, что мне подойдет. Здесь у нас два крючочка. Вот. В общем, померю, дам обратную связь. Вот тут сеточка такая, очень красиво. И еще в мягкой чашечке заказала вот танго комплект, тоже в двух размерах. Решила померить. Очень красиво сзади сеточка вот так смотрится. И сам бюстгальтер. Вот тоже сетка. И здесь вот как бы, я не знаю, это задумка такая. Как бы раздвоенная. Ну, померю, посмотрю, как будет на мне сидеть. У меня 80В, заказала 80В. Что этот бюстгальтер? Посмотрим.